А ми повертаємося до нашої ранкової студії, який настав час зустрічати гості. Сьогодні це психолог Михайло Городок, а говоритимемо ми про сім'ю. Доброго ранку, Михайло. Доброго ранку. Ну ось бачите, осінь вже закінчилася практично, але це була пора весільних пар, весіль масових, коли створювалися нові сім'ї. І от ми вирішили, так, чудова пора, трішки цю тему, тому що молоді сім'ї створюються із перспективою, що це на все життя, і будуть жити вони довго та щасливо. Це правильний, ось такий, можливо, трішки ілюзійний настрій на початку подорожнього шляху. Чи все ж таки потрібно тверезо оцінювати ситуацію і не так все бачити в розових окулярах молодим парам? Ну, это желание прекрасное вообще и очень хорошее. И вообще, на самом деле, это замечательно, жить, ну, прожить, говорят, прожить всю жизнь вместе и, ну, как в художественной литературе, и умереть в один день. Долго и счастливо. Но факт состоит в том, что мы знаем, что большая половина семей, которые создаются, на самом деле распадаются. И вопрос, собственно, а почему это случается? Почему они распадаются? Ведь абсолютное большинство молодых людей и немолодых, которые создают семью, они надеются как раз, что вот их семья будет, конечно же, счастливой. И у них не случится того, что случилось там, не знаю, может быть, у их родителей, может быть, знакомых, друзей, там, всех вокруг. Почему же так случается? Ну, очень много, конечно же, ответов. Вариантов ответов я попробую сформулировать свое мнение на этот счет. И вот смотрите, значит, почему так происходит. Ну, во-первых, само понятие «брак по любви», оно уже очень молодое. Вот, ну, человеческая история, она десятки тысяч лет уже, да, а понятие «брак по любви» и возможность брака по любви, она даже на Западе появилась где-то 150 лет назад. А во многих восточных странах и сейчас, в общем-то, у молодых людей нет возможности самим выбирать себе партнера, супруга. Поэтому не так давно это появилось, но ни для кого не секрет, что, в общем-то, ни в школе, ни в детском садике, ни в институте этому не учат. Ну как создавать счастливую семью? Могу сказать, что мы с женой оба психологи, мы вместе учились, мы закончили Киевский университет, и когда мы создали семью, мы с ужасом обнаружили, что мы ничего не знаем, ни о воспитании детей, ни, в общем-то, о том, как правильно жить в браке, тоже мы не знаем, хотя мы психологи. Ну, казалось бы, да? И вот, что происходит, поскольку никто никого не учит, а с другой стороны, все, ну вот такой парадокс, все люди, абсолютно все разбираются в чем? В политике, говорят, да, в воспитании детей, в искусстве, в чужих проблемах, да, и поэтому вот, поскольку все во всем разбираются, вокруг нас циркулирует огромное количество всяких вот мифов там про любовь, про счастливую семейную жизнь. Мифов, ну, на уровне вот каких-то таких универсальных рецептов, что вот если ими пользоваться, то вроде бы как бы все будет хорошо. То есть это гарантия. Такая, прям вот там, 100% гарантия. А на практике получается, что практически все эти универсальные рецепты, именно в силу своей универсальности, таковы, что они могут сработать, а могут и не сработать. То есть вообще никакой гарантии нет. Причем буквально вот любой совет, даже который кажется абсолютно очевидным, ну просто совершенно банальным каким-то очевидным, он не обязательно сработает. Ну, вот, приведу какие-нибудь примеры. Там говорят, что в семье главная любовь. Ну, классный же совет, да? Очень хороший, очень замечательный совет, и она действительно очень важна. Но если рассматривать этот совет как универсальный, он, ну, какие-то семьи заводит, в общем-то, в тупик. Ну, как это может случиться? Вот. Мы знаем, что был такой замечательный писатель Лев Толстой, Лев Николаевич Толстой. У него была жена Софья Андреевна, и судя по ее дневникам, она очень сильно любила мужа, очень сильно. Любила настолько сильно, что, в общем-то, он, ну, просто в своих дневниках писал, что ему просто невыносимо. И мы знаем, что он прожил долго, и он уже буквально на склоне лет ушел из дома, и когда он умирал на станции, железнодорожный домик осмотрителя, ее даже не пустили к нему, ну, значит, попрощаться с умирающим. Или, например, вот в учебнике по психотерапии я в одном читал такую историю, ну просто вообще фантастическую, которая не укладывается в голове. Муж уходит от жены, жена бежит за ним, преследует, пытается его вернуть, он садится в машину, в бус. Она пытается остановить бус, в результате он ее, ну, наезжает на нее. Она попадает в,
в хирургию, ей ампутируют руку, ногу, она теряет нерожденного ребенка, ну не говоря о том, что там ребра и все остальное. И когда на суде ему выносят приговор, ну, сажают в тюрьму, она подает эту апелляцию и просит отменить приговор на том основании, что они не смогут быть вместе. Ну, на языке психологии это называется эмоциональное слияние. То есть, когда человек настолько сливается, он теряет самого себя, ну, просто вот буквально теряет самого себя, он сливается с объектом своей любви. И, к сожалению, вот такой тип любви, ну, потому что на самом деле это не является настоящей любовью, он является и очень опасным, и невыносимо мучительным, ну и так далее. Или вот есть такой совет, тоже очень распространенный, его чаще женщинам дают, молодым женщинам. Говорят, очень важно терпеть. Терпится, слюбится. Знаете, вот слышали такой, наверное, совет. Все его слышали, я его слышал, все абсолютно слышали. Ну, в общем-то, можно представить себе ситуации, действительно реальные жизненные ситуации, когда терпение является полезным качеством. Но с такой же вероятностью можно представить себе ситуации, когда мы заводит не просто в тупик, а к очень неприятным приводит последствиям. Ну, представьте себе, значит, опять же, встретилась молодая пара, начали жить вместе. На каком-то там день или месяц муж, там, будучи в каком-то там не очень, возможно, хорошем расположении духа, возможно, что-то жена такое сделала, что ему не понравилось, он взял и поднял на нее руку. Бывает такое в жизни? Бывает. Но он услышал, что мама ей говорила, что очень важно терпеть. Ну, это она взяла и моментально его простила. Приходит еще несколько дней, значит, он опять делает то же самое. И мы все сталкивались с такими ситуациями, когда спустя годы это происходит уже беспрерывно, причем уже в очень удручающих формах, и бьет уже не только жену, а и детей. Ну и вообще это выглядит уже очень-очень-очень грустно и очень ганебно, так скажем. А бывает и наоборот, то есть, ну, если мужчины чаще бьют физически женщина умеет быть эмоционально. И опять же таки бывает то, что женщина в первые дни сказала какое-то слово резкое, а через спустя годы в присутствии друзей, коллег, партнеров, мужчина, она называет его ничтожеством, тряпкой и так далее. Ну, то есть эмоционально уничтожает мужчину как мужчину, как личность, как человека. И это уже, считается обоими даже нормой. Обоими уже. Оба же смирились, капитулировали, ничего не пытаются изменить. Поэтому, понимаете, ситуация такая, что мифов очень много. Люди, ну, во-первых, верят им, пытаются их применить на практике. И думают, что вот сегодня плохо, но завтра это будет обязательно хорошо. Да. Именно завтра, да, что-то. И это, допустим, вот это со мной этого не случится, опять же, таки, да. Только с другими это может случиться. Я заслуживаю на лучшую жизнь. Вот, ну, много таких вот ожиданий, которые, конечно, вот именно такие вот ожидания, они являются розовыми очками. Так поэтому що ж? Що робити, да? Так, як же ж, от якщо всі ці поради, ну, які жінка, чоловік сприймають щодо того, як побудувати своє щасливе сімейне подружнє життя, не працюють, то якось же ж, а його ж треба створити. Треба, і можливо, і є сім'ї, які, ну, є сім'ї, які, ну, можуть це строїти. Значить, смотрите, примерно, як це происходит. Ну, от ми слышали таке, що от выражение, що любовь сліпа, или любовь ушла, закончилась любовь. Ну, от, перше, що я попросив би там, от, особливо молодих дівчат, як би от задуматися над такою фразою, що любов не може уйти, може уйти в влюбленість. Первая фаза, когда начинается отношения мужчины и женщины, это фаза влюбленности. Это вот фаза действительно такой слепоты. Да? Вот я просто есть буря эмоций, да, то есть это сердце. Да, сердце выскакивает из груди, да, руки тремтят, холодно, жарко, мужчине хочется звезду достать с неба. Ну, это замечательное чувство, оно, ну, одно из самых лучших на Земле наверняка. Но есть маленькая проблемка, значит, мы в этот момент вообще не видим партнера, мы просто видим некий образ. Да, вот у нас в голове есть образ этого человека, и мы любим этот образ. А реального человека мы просто не замечаем. Вот он вроде бы как есть, он что-то делает. Мы его не понимаем, не замечаем и не пытаемся ничего сделать, чтобы его понять. Но наступает момент, когда вот это такое интенсивное эмоциональное чувство, оно, его интенсивность снижается. Происходит, собственно, встреча. Двое встретились, да? Эта встреча проходит по-разному, но бывает, что «ах, вот ты какой!» Да, я не за такого выходила замуж, да. На самом деле он всегда был такой, ну, кто-то, может быть, даже и пытался, конечно, казаться лучше, и это бывает. Но, в общем-то, все равно она видела образ, или он видел ее образ, да. Вот они встретились, и
поскольку жизненный опыт, манера общения, воспитания в семьях, которые они, значит, в которых они выросли, были совершенно разными. Возможно, они выросли в семьях с разным там, религиозным воспитанием, культурными традициями разными, из разных социальных слоев могли быть, разные национальности. Ну, то есть отличий может быть очень много. Отличия по отношению к религии, к деньгам, к людям, к работе, к детям, к чему угодно. К роли мужчины и женщины в семье. Отличия огромное количество. Привычки могут быть самые разнообразные. Вкусы могут быть самые разнообразные, какие угодно. В конце концов, у них разные психологические травмы. Разные психологические травмы – это те травмы, которые получены в детстве, чаще всего, собственно, в семье, ну, среди самых близких людей. В таком самом общем виде психологические травмы можно назвать недополученной в детстве любовью или искажениями любви. И вот такой взрослый человек, он имеет на своей душе какие-то такие точки, места, да, где вот если туда попасть ненароком, ему просто больно. И вот, значит, партнер что-то делает с самыми добрыми намерениями. Он попал мне на больное место, мне больно. Когда мне больно, я могу реагировать очень болезненно. Тот, соответственно, не понимает, думает, что я неадекватный просто, ну, я какой-то ненормальный. И вот начинается буквально либо там какое-то легкое раздражение, либо буквально война на взаимное уничтожение. Але ми ж не терпимо, терпіти це не метод, то що ж робити, як з тих ситуацій? А вот надо знакомиться і понимать друг друга. И тут, вот смотрите, тут есть два пласта, что можно с этим делать. Первое, это человек может справиться со своими эмоциональными проблемами. И вот это и есть, собственно, взросление. Да, вот мы же часто с детства принимаем какие-то детские способы реагирования на ситуации. Да, вот мир, он бывает же не только добрым и злым, он бывает разным. Да, в мире бывают разные вещи. Если мы принимаем детские способы реагирования на мир, что там люди плохие, там все мне должны, да, все должны там, меня гладить по головке, да, я сам... Ну, вообще ни в чем не виноват. В моей жизни все случается со мной, да, там, за мое здоровье отвечает доктор, за то, что там, я выучил, отвечает учитель, за то, что есть ли у меня деньги в кармане, отвечает президент. Ну, вообще, кто-нибудь отвечает за все в моей жизни, а я вообще ни за что не отвечаю. Это детский способ людей. Поэтому человек может постепенно учиться, значит, справляться со своими, ну, в первую очередь, эмоциональными проблемами, да, то есть вот со своими болями вот этими, да, то есть если моя жена сделала мне больно, то проблема находится у меня, то есть почему мне больно. Ну, в западной культуре в этот момент, конечно, идут к психотерапевту. У нас не могу сказать, что у нас очень уже так, ну, как бы принято ходить к психотерапевту, хотя, вы знаете, культура психологической помощи уже появляется и у нас, то есть да, уже люди обращаются, это вполне реально, и к нам обращаются, то есть это уже является какой-то практикой для какого-то количества людей, для какого-то слоя. Потому что на самом деле психотерапевт – это не человек, который лечит. Это человек, который повышает качество жизни людей. Качество, да? Вот каждый человек живет какой-то жизненной своей ситуацией. Она может быть разной, она может быть тяжелой, легкой, непростой. Но человек может, в зависимости от уровня своей вот этой эмоциональной зрелости, больше качества брать из своей собственной жизненной ситуации. Больше получать от того, что у него есть потенциально вот вокруг него, в его распоряжении. Это один пласт – справляться с собственными эмоциональными проблемами. А второй – это учиться таким образом общаться с партнером, чтобы находить решение не только для меня, которое подойдет. Ну, там, самый банальный пример. Мы очень быстро обнаружили с женой, что я люблю жарить картошку без крышки, это она хрустящая, а она как раз с крышкой. И вы знаете, как так бывает, что Бог порует, что в паре как раз все по-разному любят. Но есть возможность иметь две сковородки, да, и жарить разную картошку. Або по черзи, да. Есть легкие варианты, да, а есть какие-то очень такие мировоззренческие несовпадения. И нужно учиться уметь говорить, ну, в психологии это называется язык я-сообщений, то есть так сообщить информацию партнеру, чтобы не ранить его, да, чтобы попросить помощь. Опять же, мы не умеем просить о помощи. Мы вообще не умеем сообщать о том, что нас волнует, о том, чего мы хотим. Ну, я там, может быть, не о себе говорю, но так обобщаю, что очень многие люди не умеют просить. И вот эффект ложных ожиданий – это то, что тоже, опять же, рушит семьи. Да. Вот если бы он меня любил, он бы догадался, да, вот понимаете. Вот это на самом... А мужчина тут, что, она этого хотела? И он искренне недоумевает. То есть, да кто-то должен сказать же. Ну, и такое бывает. То есть бывают разные варианты. Бывает, когда говорит, да, и не делает. Но огромное количество недосказанности. Вот в каждой несчастливой семье, которая обращается на консультацию,
недосказанности огромное количество. Михайло Дмитровичу, зараз ще входять в моду такі вільні відносини. І в мене є один хороший друг, якщо він зараз дивиться, він свою фразу впізнає, він любить говорити, ну, переходять все-таки брак, російське слово, «хороше діло браком не назовут». І вибирають сімейні стосунки, не узаконюючи. Це громадянські шлюби. Це мінус, і це дає вільніше дивитися і, можливо, ну, відкриваю, щоб, ну, в принципі, ти мені нічого не винен, я тобі нічого не винна, ми собі от живемо, не вийшло, ми розійшлись. А от шлюб ніби обтяжує. Чи це все-таки плюс? Ну, кожен має право дивитися зі своєї сторони. Я все-таки думаю, що такой союз, ну, во-первых, его тяжело все-таки назвать браком на самом деле. То есть это скорее вот фаза поиска, да, вот человек ищет себе пару, ну, потому что в каждом мужчине заложено в природе желание найти самую прекрасную даму, а в женщине найти самого лучшего мужчину, да. И, ну, на самом деле в идеале мужчины такие достаточно быстро, ну, еще не постарев, находят самую прекрасную женщину, и поскольку женщина это невыразимо богатый мир, он потом в этой женщине может всю жизнь искать, в ней искать самую прекрасную даму. И еще не факт, что найдет, потому что целый мир. Да? И точно так же мужчина – это целый мир, и можно самого лучшего мужчину искать в этом мужчине. Но у многих, конечно же, да, этот период поиска затягивается очень сильно. А ведь, смотрите, семья – это еще и дети. Да? А детей, в общем-то, ну, желательно, ну, еще молодыми и здоровыми, в общем-то, родить, потому что их надо и на ноги поставить, и они должны еще порадоваться тому, что родители есть, у них есть возможность нянчить внуков. То есть это природой заложено в нас, это нормально. То есть штамп в паспорте потрібен? Штамп в паспорте, дело не в штампе. Чи ви все-таки даете свободу выбору и кажете, живите? Дело не в штампе, дело в серьезности отношений. То есть, ну вот, допустим, у моей жены родители поставили штамп в паспорте, когда родился или второй, или третий уже ребенок. Но я еще застал, как бы, когда еще, ну, мой тесть еще был жив. Это были настолько серьезные, глубокие отношения, что отсутствие штампа в паспорте никак не мешало глубине. То есть дело не в штампе, а все-таки в зрелости отношений. Если это зрелые, серьезные отношения, где человек берет ответственность не только за себя, да, но и за своего партнера, за своих детей, то это есть брак. А, ну, мы знаем огромное количество семей, где штамп-то есть, а вот семьи-то как раз и нет. То есть дело. Хотя штамп, конечно, юридически это какая-то вещь, которая помогает решать массу там вещей, связанных там, ну, опять же таки, с правами, с имущественными правами и так далее. То есть я думаю, что все-таки это важно, по большому счету. Но не самое важное. Михайло Дмитровичу, знаєте, буває так от, що приходять до нас люди, ну, є така вираз, сапожник без сапог. Ви особисто, своєю дружиною, коли дійшли до цього, у вас були оці кризи, про які ви нам розказували? І, були. Ну, мені здається, от зараз хто слухає, все одно він не зможе переступити оці кризи і стати відразу щасливим. Тобто, все ж таки, навчаєшся більше на своїх помилках. Ви як? Ну, звичайно, кризи були. І я не можу сказати, що у нас завжди було абсолютно все безоблачно, що ми завжди... Іноді просто ми були в отчаянні. Коли-то я був в отчаянні, тому що мені казалось, що моя жена мене совершенно не пам'ятає. Коли-то вона була в отчаянні, наверняка. Ну, і це точно, совершенно точно. Ну, я їй благодарен, на самом деле, тому що думаю, що вона мудрее, моя Галя мудрее мене, наверняка, тому що в жінках взагалі от ця глибока мудрость, вона... У нас логика, понимаете, мужчина, это такая примитивная мудрость. Ну, за неимением лучше мы учимся мастерски пользоваться. А в женщинах есть очень глубокая мудрость. Поэтому спасибо. Я говорю, спасибо тебе. В чем-то, конечно, нам помогла наша профессиональная деятельность. То есть мы искали ответы на вопросы других людей, которые помогали в том числе нам. Я благодарен судьбе за то, что сейчас, когда мы прожили 22 года вместе, у нас двое сыновей, старший уже взрослый, он уже учится, он в Польше учится, младший ходит в школу. И благодарен судьбе за то, что мы сейчас выходим еще на какой-то новый этап наших отношений. Вот мы сейчас можем часами буквально говорить, ну, мы сейчас пишем вторую книжку уже вместе, посвященную как раз отношениям.
и прекращаем говорить только тогда, когда нужно там, не знаю, какие-то работы по дому, грубо говоря, сделать, потому что уже не получается дальше говорить. Вот это желание общаться и наслаждаться общением, спасибо просто Богу за это. Тобто, Михайло Дмитровичу, якщо в стосунках виникли якісь відносини, неважливо, чи ви там півроку зустрічаєтесь, чи ви вже 5 років живете разом, варто все-таки шукати пошуки врятувати сім'ю? Чи от краще відчути, що не знаходити ви спільної мови, розійтись і не травмувати, і йти на пошук інших відносин? Що зараз? Такий совет дуже тяжело давати. Це, знаєте, як лічити по фотографії. Я думаю, що в самому общому виді всегда нужно стараться сохранить, если есть что сохранять. То есть вот если есть хотя бы какой-то маленький грамм чего-то хорошего, что есть шансы сохранить, это стоит того, чтобы за это бороться. С другой стороны, я много раз сталкивался с такими семьями, где сохранять просто нечего. То есть люди уже действительно на самом деле стали врагами, даже хуже, чем врагами на самом деле, потому что хуже, чем врагами, это безразличие. То есть полный. Мне не важно, что с тобой будет. Понимаете, когда вот ненависть, да, это что-то такое, это эмоция, которая, знаете, говорят, от ненависти, любви до ненависти и от ненависти до любви. Есть много семей, которые вот так вот через ссоры переходят на этап влюбленности, и у них, знаете, по кругу так, влюбленность, ссора, милые бронятся, только тешатся. Это, конечно, не совсем зрелые отношения, потому что зрелые отношения идут дальше, они переходят, то, что психотерапия называется дифференциация, уважение, любовь. Но это тоже отношения, и там есть что сохранять, есть что ценить в таких семьях. Когда ценить нечего, когда сохранять нечего, значит, надо искать. Потому что надо еще и любить себя тоже. Человек, который забывает себя, уничтожает себя, предает себя, который капитулирует перед жизнью, я бы никому не рекомендовал. Жизнь настолько прекрасна, что капитулировать не надо никогда. Ми дякуємо за розмову. Вона, надзвичайно, тема дуже широка і говорити можна багато, але я думаю, якісь зерна ось того пошуку, тому що ми завжди шукаємо, щоб хтось нам підказав у важкій ситуації, і тоді нібито двері ми потрібні знайдемо. Тому дякуємо за ці зерна правильного пошуку. Щасливо сімейного життя. Спасибо за приглашення. З огромною радістю к вам прихожу кожен раз. Так, будемо чекати на нові зустрічі. А нагадачам нагадаю, що гостем студії був психолог Михайло Городок.